Меня зовут Полунь, я ваш домовой. Для общего удобства живу в дупле рядом с вами. В наших краях появилось зло. Вот уже месяц повсюду пропадают дети и гибнут лесные жители. Как пожелаете. Отдыхайте, юноша. Крепких снов. Мой дорогой гость, вам не спится? Мы играли во дворе в прятки. Он всегда забирался за колодец, думал, это надежное место, глупенький. Но сегодня его там нет. Братишка, посмотри, какую удивительную корону мы подготовили специально для тебя. Мальчик, ты заблудился? Уже поздно, а ты, как я вижу, притомился. Почему бы тебе не отдохнуть? Слушай, пацан, ты меня уже реально заколебал. Марш спать. Всего лишь часть великого Платана, превращенная создателем в подобную ему форму. Ты нашел мертвую воду? Она зарыта рядом с деревцем. Ах, это ты? А я готовлюсь к приходу гостей. Что думаешь насчет волчьей ямы? Главное, что мы живы. Поймать меня пытаются уже не в первый раз. В нашем лесу теперь господствует закон джунглей. Либо ты, либо тебя. Меня словно выворачивает наизнанку. Да? Нормально? Нечто холодное и страшное держит сзади моей челюсти, а девочка с милой улыбкой кладет что-то мерзкое мне на язык.